Многоквартирный дом по проспекту Ленинского комсомола 25 – один из тех, где в 2021 году появятся рабочие и ремонтная техника. Все подъезды этого дома вошли в программу текущего ремонта. Последний раз его проводили 5 лет назад. За это время только поменяли входную дверь. Благодаря сознательности жителей, подъезды удалось сохранить в хорошем состоянии, но есть что исправлять. Сколько жителей, столько и мнений. Очень удобно, когда есть совет дома, есть председатель. Он коллегиальное мнение высказывает в адрес управляющей компании, и потом управляющая компания все это исполняет. На следующей неделе мы с техником управляющей компании проходим по всему дому, по всем подъездам, составляем дефектную ведомость. Помимо того, что покраска, ремонт плитки, замена всех кабелей каналов, у нас еще будет ремонт отмостков. Всего в 2021 году муниципальная управляющая компания планирует отремонтировать порядка 20 своих подъездов. 6 подъездов будет отремонтировано за счет бюджета, софинансирование будет из бюджета Московской области, а остальные 14 подъездов за счет средств жителей. Содержание, капитальный ремонт. Да. А такими эти подъезды могут быть после ремонта. Креативное решение в прошлом году реализовали жители школьной 81. Модный цвет стен, выбеленный кирпич, хромированные поручни. У нас в доме проживает замечательная девочка-архитектор Сильна Марина Анатольевна. Она предложила нам свою помощь в выборе цвета краски, в выборе, подборе материалов, ну и за работу. Представители МУП УК ЖКХ стараются тесно взаимодействовать с жителями, чтобы всегда добиваться лучшего результата. Этот и другие подъезды, они показывают, что мы можем практически любой сложности ремонтной работы выполнить. То есть мы со своей стороны готовы. Мы готовим фотоматериалы, чтобы вот на примере этого там, и других адресов жители могли посмотреть, что вообще бывает и сколько это стоит. Вот я вообще думаю, что там по итогам вот, ремонтной кампании 2021 года мы сделаем какой-то брендбук, чтобы там наш стиль узнаваем был. В активной фазе программа ремонта подъездов сейчас находится и в другой управляющей компании. ДС-6 планирует привести в порядок до 20 подъездов в микрорайоне. 2 из них уже готовы. Покрашены все стены и потолки. По необходимости заменена плитка в лифтах и на потолке. В феврале уже будет закончено 12 подъездов. Март, апрель, май. К лету подойдем еще 6 подъездов. В течение лета будут проводиться также работы по ремонту подъездов. Входных групп добавится замена плитки на входных группах и другие сопутствующие работы. Также ДС-6 в своих подъездах продолжает установку видеонаблюдения. В рамках закона мы не можем устанавливать видеонаблюдение только по общему собранию с жителями. Но есть моменты, такие как реклама на фасадах, с которой идет доход. Это доход жителей, он формируется на специальном счете. Эти деньги жители могут потратить как раз на то же самое видеонаблюдение. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Это популярное выражение можно отнести и к ремонту. Люди сами в силах продлить жизнь свежему ремонту в своем подъезде. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.